Ну, там обычно, ну, там три комнаты. Вот, в одном командир, в другом бортинженер, и там телевизор, там можно. И вот там, где телевизор, прочее, прочее, собираются все туда. Я говорю, ну, когда еще шампанского утром выпьешь? Только на Байконуре. То есть у нас, ну, по чуть-чуть, три Пригубить. тоста. Нет, должен глотки сделать обязательно. Да, это потом выветрить, все, чепуха. Потому что это где-то, сколько, 7 часов, да, если не больше. До старта. Ну, ты Гира, когда его наша пресса сделала, что он типа любитель выпить, когда он сказал, в кафе алкоголя нет, а все пьют по гаражам. А это как там только «Комсомольская правда» напечатала, ну и типа его. И когда он увидел, что его там напечатали, что он пьет много, все. И даже вот в этот раз не пригубил ничего. Я говорю, ты хера, ты не прав. Ну Принципиально. ладно. То есть такая традиция есть. И когда закрываем дверь перед закрытием, расписываемся. Сколько бы ты полетов не было, то расписываешься. Ну, живешь то А там 30. журнал? В журнале расписываешься или где? Нет, на двери. На двери. Конечно. Да там столько уже. Я говорю, нет, чтобы снять и куда-то это. Новую поставить. Музей, да, другую. Ну, не знаю, некоторые ветера могут потом начали. Потому что потом новые двери там появились. Ну, поэтому старые, наверное, куда-то забрали. А можно мне?